Здравствуйте, дорогие дамы и господа, с вами Дмитрий Дичков, рейс будет с катафомах Кабан-25. Сегодня я вам покажу, как очень простым способом поставить под пароль любой файл, абсолютно. Это можно сделать простейшим способом, если у вас на компьютере стоит архиватор. Вот. Сейчас я вам покажу через зиповский архиватор. Заходим в подготовленный файл, здесь щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем, появляется контекстное меню, выбираем «Добавить архив». Здесь дополнительно установить пароль. Пишем пароль. Повторяем тот же пароль. Щелкаем «Ок». Все. Общее «Ок». Теперь для того, чтобы нам этот файл открыть, нам понадобится пароль. После того, как вы введете, файл откроется. На параме я это сейчас не буду производить, но от удаления он не защищает. Сейчас я вам покажу, после у меня Skype стоит, поэтому удалять я его не буду. Сейчас я вам то же самое продемонстрирую через обычный файл OF. Документовский файл. Так, пишем опять парольчик. Здесь то же самое. Повторяем. Окей. Все. Так, вот вы видите Армения. Вводим пароль. Все, файл открывается. Но от удаления он не защищает. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Дичков. Лезь будет искать на форумах. Кабан 25. До свидания.